О том, что происходит на фронте, какая ситуация сейчас и какие самые горячие точки. Об этом будем говорить с Денисом Поповичем, военный обозреватель, с нами уже в эфире прямого эфира телеканала «Freedom». Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, да, Денис. Денис, 5 точек сейчас написали The New York Times, есть на фронте самые горячие. Давайте озвучим их и разберем, что происходит. Лимано-Купинское направление, Бахмутское, Маринское. После взятия Авдеевки российскими войсками, Авдеевка сохранилась. И работа на южный участок фронта. Где сейчас наиболее сложная ситуация и в чем отличие этих ситуаций? Расскажите, пожалуйста. Ну, на везде по-своему сложная. Там нет легких ситуаций. Сейчас мы видим, что на юге враг начинает поджимать, собирает там войска и пытается нас выбить с тех территорий, которые были нами освобождены в ходе летнего наступления прошлого года. Сейчас мы видим, что под Авдеевкой, там есть мнение, что там оперативная пауза наступила относительная. Но в то же время я не стал бы расслабляться. Я думаю, враг там будет и дальше пытаться продвигаться после перегруппировки. Тут многое зависит от того, на каких мы позициях там остановились. Насколько они оборудованы, насколько они оснащены. Опять же, снаряды, опять же, личный состав. То есть, насколько есть, насколько мы там, нам хватает там всех этих параметров. Бахмутское направление, часов яр, очень опасно. Там он, есть, опять же, такие мнения, что он надлежащим образом фортификационно не оборудован. Тоже большой вопрос, почему этого не было сделано, потому что Бахмутский участок фронта, он не впервые становится ареной кровопролитных боев. Лимано-Купинское направление, Новомихайловка, это уже Маринский участок фронта, где враг будет дальше пытаться продвигаться вдоль дороги Маринка-Угледар, там пытаясь ликвидировать угледарский выступ и угрожая всему нашему южному флангу. Поэтому там везде все сложно, потому что сейчас враг пытается воспользоваться тем, что у нас есть недостача боеприпасов, то есть снарядный голод, необходимость нормировать расход боеприпасов. И преимущество в этом отношении у врага, у российской армии, ну, 1-5, 1-6 на разных участках фронта. Плюс, опять же, Авдеевка, ситуация под Авдеевкой, и в Авдеевке была во многом решена за счет применения корректируемых авиабомб, которые стали существенной, серьезной проблемой. Но, несмотря на то, что сбивались самолеты, носители этого вида оружия. Но мы видим, что это происходит, к сожалению, пока не системно. То есть у нас недостаточно вооружения, которое могло бы сбивать самолеты, носители этих авиабомб на тех расстояниях, когда они еще не способны их запускать. Поэтому вот такая вот ситуация, она непростая. Необходимо искать решение. Но поиск решения — это уже другая тема для другого разговора. Вот опять же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это важная информация, которую мы должны озвучить. Он отметил, что дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине. Из этого было именно тот момент, из-за чего пришлось отступить защитникам Авдеевки в Донецкой области. Вот так вот развиваются события. Да. В том числе и так, да. То есть имя каждого республиканца должно быть написано. Вот эти скрижали, из тех, кто блокирует помощь, американскую помощь Украине. Ну, не стоит забывать и о наших возможностях. То есть мы должны и свои возможности развивать. Это тоже, в общем-то, является темой для разговора. Слушайте, ну вы вот сказали про эти КАБы, да. Насколько я понимаю, опять-таки, не являясь военным экспертом, что сбивать их очень дорого, потому что это, по сути, неточные дешевые авиабомбы, которые долепили вот эти крылышки, плюс какая-то система навигации стоит, наведение, и за счет своей недороговизны как раз сбивать такими системами, как Патриот, мы их не можем себе позволить. Для этого нужна авиация, и без нее эта проблема не решится. Скорректируйте, пожалуйста, вот этот вопрос. Ну, их сбивать нет смысла, во-первых, мы правильно озвучили, что-то как бы по соотношению цена-качество. Okay. Расход большой, да, и не всякое ПВО достанет на расстоянии там более 50 километров до 70. А во-вторых, их, в общем-то, трудно избить, потому что достаточно сложная цель для захвата и для того, чтобы их сбивать. Поэтому сбивать уже носители, а именно самолеты. А как уже было указано в предыдущем сюжете,
который имел возможность просмотреть. Расстояние, радиус действия до 70 километров. Опять же, не всякая фронтовая ПВО туда достает. То есть нужна ПВО дальней руки, которой у нас не так и много. Это касательно самолета. Плюс еще один вариант — это F-16, который мы ожидаем в ближайшие месяцы, и который располагает оружием воздух-воздух, ракетами воздух-воздух, способными сбивать на расстоянии свыше 120 километров. Это тоже поможет. Потому что тогда носители противника не будут входить в зону действия КАПа, когда они смогут их запускать. Третий вариант — это уничтожение этих носителей в местах базирования, то есть удары по аэродромам. Но тут возникает вопрос, опять-таки, уже оперативно-тактические ракетные комплексы, то есть нужны ракеты дальнего радиуса действия. Опять-таки, это зависит от наших партнеров во многом. Ну, да. Вчера была информация, Шольц как-то неоднозначно ответил. Вот тут бы они явно помогли, конечно. Не, но есть новости о том, что собираются передать. Ну, то есть, ни да, ни нет. Скальпы, Storm Shadow, все это подходит. Атакамсы подходят. Но у нас это ограниченное количество. Атакамсов передали. Сейчас непонятно, остались у нас они или нет. Точно так же, как и скальпы и Storm Shadow. У нас ограниченное количество. Они бы помогли, конечно, но, опять же, вопрос в том, сколько. Денис, как вы считаете, вот сейчас мы говорим об Авдеевке, это очень болезненная тема, очень много чего уже утрачено, города нет. Там ходит только один какой-то... Охранник церкви дает комментарии, ну, российским, да, и кажется, что там он там получает регулярно гуманитарку в виде бутылки, потому что то, что он заявляет, это даже слышать невозможно. Но он там один остался, по сути дела, и пропагандисты его тягают на разные площадки, показывают, как он рад приходу оккупантов. Что дальше? Вот кроме того, что они разрушили город. Оккупировали и разрушили город. Какие дальше будут действия оккупантов? Они будут рыть новые окопы, они будут минировать территорию. Что будет? Ну, у них стоит задача продвинуться до административных границ Донецкой области. Очевидно, они будут пытаться выполнить. Ну, вот это если вкратце ответить на ваш вопрос. Угу. Тут все уже зависит от того, насколько мы будем готовы их встретить. Угу. Потому, к сожалению, мы видим, что они сумели накопить резервы, и они их, в общем-то, расходуют довольно щедро. Да? То есть не считаются потерями. Ну и потерь 47 тысяч. Ну да, 47 тысяч потерь. Я вообще считал, неоднократно я об этом говорил, не только у вас, и на другим коллегам, о том, что если Авдеевское наступление началось, когда потери противника составляли, согласно данным Генштаба, 273 тысячи военнослужащих, то сейчас уже свыше 400. Ну, то есть более чем 100 тысяч было потеряно, в том числе и под Авдеевку, существенным образом. Мы сейчас говорим о 47 тысячах, то есть значительная часть была потеряна под Авдеевку. Вот мы видим, насколько они считаются потерями. И это нужно учитывать, и только лишь поставки оружия могут нам помочь прорезать их армию. Ближайшего заявления о поставке оружия это Петр Павел, конечно, президент Чехии, он сообщил о том, что есть 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать сейчас Украине, но нужно для этого профинансировать, конечно, этот пакет США, Германия, Швеция. Как вы думаете, вот эти 800 тысяч боеприпасов, если Украина получает по оптимистичному плану, как это изменит ситуацию на фронте или же не изменит, хотя бы все останется как есть на данный момент? Вот это количество снарядов. Ну, если мы говорим о том, что по ряду подсчетов у нас нормирование не вылезало за пределы 2000 единиц боеприпасов в сутки, разные подсчеты звучат, то если эти 800 тысяч вдруг у нас появятся одномоментно, то есть их сразу забезут, не порционно, сразу взяли и завезли, чтобы они сразу оказались. Давайте посчитаем, то есть 800 тысяч на 365, сколько это будет примерно? 2200, ну, где-то приблизительно вот где-то в таких пределах, то, соответственно, будет у нас 4000 боеприпасов, по грубым подсчетам, 4000 единиц снарядов в сутки. Но если противник выпускает там по 8, по 10 тысяч, то паритета не будет. Но в то же время будет легче. То есть мы прекрасно понимаем, что мы сможем и контрбатарейную борьбу вести более широко, чем это было, скажем, до сих пор. И отстреливаться, ну, лучше будет. Как бы, чем если их бы не было, да, понимаете? Поэтому будем все-таки надеяться, что удастся эту партию нам как-то переправить.
В последнее время мы видим, что Япония немножечко активизировалась и помогает нам. Можем ли мы сказать, что вот эти деньги, которые Петр Павлович сейчас ищет на то, чтобы купить эти снаряды, произвести их, купить, они ведь найдены уже, что, вот, например, Япония могла бы помочь и выделить деньги на такую военную помощь? Ну, или чего-то другого нужно ожидать от них? Ну, вчера была информация о том, что они выделили 12 с лишком миллиардов. Куда они пойдут? Может, и на снаряды пойдут, мы этого не знаем. Тут мы можем с вами только гадать. Кто может помочь купить боеприпасы? Знаете, какая штука? Дело в том, что они, очевидно, были найдены за пределами Евросоюза, эти боеприпасы. Ну, можно предположить. А если они были найдены за пределами Евросоюза, то, мы помним, были возражения определенные стороны Франции, Греции, по-моему, Кипра, о том, что не следует закупать боеприпасы за пределами ЕС, потому что тогда могут пострадать производители Евросоюза в плане производства боеприпасов. Поэтому здесь тоже есть политический момент. Но опять же, я слышал заявление Борреля о том, что, в общем-то, нет возражений против того, чтобы эти боеприпасы для Украины закупались и вне пределов ЕС. Поэтому будем здесь следить. Но пока только есть разговоры, добрые вести от Чехии. А нет пока информации о том, что удалось этот вопрос решить. Какой есть потенциал, кроме этих 800 тысяч снарядов сейчас у Европы, хотя бы теоретически, которые можно внести в план и начинать над ним работать, искать финансирование, снимать запреты на поставку этого вооружения в Украину? Ну, мы видим, что Европа сейчас, по крайней мере, на словах, ну, уже и, наверное, на деле, пытается расширять свое производство боеприпасов. Ну, недостаточно мощные есть предприятия, в том числе и в странах бывшего соцлагеря, Варшавского договора, и Франция, Германия. Мы видим, Швеция пересылает кое-какое количество боеприпасов. Сегодня была информация о большом пакете, рекордном пакете. Мы видим, что Финляндия заявляет о том, что у них перешли 24/7. Мы видим, что Болгария заявляет о том, что производятся боеприпасы советских калибров тоже в режиме 24/7. То есть ресурсы у них есть. Если их слова не разойдутся с делом, то они будут их увеличивать. Но вопрос в том, что когда. То есть нам же боеприпасы сейчас нужны. То есть, очевидно, мы будем вынуждены потерпеть и стоять в обороне до тех пор, пока вопрос с боеприпасами не будет разрешен. А что такое боеприпасы? Мы с вами сейчас имеем в виду снаряды. А какие снаряды? Есть снаряды калибра 155, есть снаряды калибра 105, есть снаряды калибра 125 для танков советского образца, есть снаряды 120 для танков западного образца. Они сейчас у нас находятся на вооружении. Я имею в виду 120 миллиметров. Есть мины 120 миллиметров, есть мины 40-60 миллиметров. То есть номенклатура очень большая, и все это нужно. Да, ждем. Вот знаете, вы сказали об этом ресурсе, жду новостей от Rain Metal. Хочется увидеть, что они там, как у них обстоят дела с этим миллионом боеприпасов, которые в том числе анонсировали для Украины. Спасибо вам большое, Денис. Будем надеяться, что все пойдет все-таки по плану А, по оптимистичному плану, но и к другим нужно быть готовым. Спасибо. Денис Попович, военный обозреватель, был в эфире телеканала Freedom.